Во многих театрах есть интересный обычай открывать новый сезон старой премьеры. Мы решили переложить эту добрую театральную традицию на строительные рельсы. Здравствуйте, с вами программа «Строить, не перестроить». И трудно поверить, что совсем недавно на месте этого красавца стояла старая развалюха. Итак, сегодня мы пронаблюдаем все этапы строительства этого замечательного дома. Следить за строительством дома на этом объекте мы начали еще в середине лета. Хозяин приобрел участок с готовым домом, однако жить в нем не собирался. И хотя на участке дом был расположен правильно, зона отдыха отделена от дороги и внешне выглядел удовлетворительно, штукатурка потрескалась только местами, было принято решение снести дом. Все дело было во внутренней начинке дома. Как оказалось, это здание было возведено из крайне вредных для человека древесно-стружечных блоков. Причем выяснил это не кто-нибудь, а постоянный эксперт программы Андрей Курашев, который и явился инициатором сначала сноса дома, а затем куратором и дальнейшего строительства. Блоки, видите, достаточно прочные. Их трудно даже рубить топором. Вот вы видите, Андрей, что это никакой не цемент. Да. Это смола. Стружки. Это стружки, смешанные с очень прочной, крепкой смолой. Вот такой кусочек. Он даже пахнет ДСП, древесно-стружечной плитой. Да, обычный. Вот. И таким образом, дом был построен, неизвестно из каких соображений, хозяином этого участка. Брошен, к счастью. И, к счастью, в нем не жили люди. Потому что, если бы люди в нем жили, то, в общем-то, они могли бы заработать себе даже раковые заболевания. В ходе нашего летнего визита были проведены дополнительные исследования. И выяснилось, что пол этого здания утеплялся керамзитом, хотя применение этого материала нежелательно в жилых помещениях. А в блоках, из которых сложен дом, слишком высок уровень содержания эпоксидных смол. И существование такого строения в жилом поселке не может не навредить экологии. Одной из проблем, с которой столкнулись строители, наличие старого фундамента, оставшегося от предыдущего строения. Там использовались большие плиты ФБС, и вытащить их из земли было практически невозможно. Вот эта вот плита осталась от бывшего дома. Дело в том, что она настолько огромная, настолько большая и тяжелая, что ее вынимать нет смысла, и поэтому она будет захоронена в фундаменте дома нового. Потом весь этот уровень будет присыпан песком, битым кирпичом, строительным мусором. Вот этот грунт будет убран. И в целом будет сделана окончательная стяжка, хорошая. Потом утепление, потом уже стяжка с теплыми полами. Вот здесь вот мы, собственно, находимся уже вне дома. Здесь будет веранда, поэтому стяжка здесь меньше и ниже залеганием, в смысле фундамент. Вот этот вот. Вот я хочу обратить внимание, вот этот элемент закопан глубоко в землю. Его не вытащил даже автокран. И мы приняли решение, строители приняли решение не трогать его. Они потом спилят излишки болгаркой, собьют. И так вот и похоронят здесь все в земле. Оставшийся от предыдущего дома котлован рабочие не стали засыпать землей, так как из-за высоких грунтовых вод влага могла легко пройти внутрь дома, а залили пол котлована новым слоем бетона. И теперь его можно использовать как обычное подвальное помещение. Во время нашего летнего визита рабочие только начали демонтировать древесно-стружечные блоки, и мне показалось, что это не представляло особого труда. Однако это не так. Сначала нам показалось, что блоки держатся из-за пазогребневой системы. Однако в действительности они фиксировались лишь штукатурной сеткой. Thank you.
Итак, с какими проблемами вы столкнулись? Ну, проблем особенных не было. Дом, конечно, разбирался хорошо, за исключением того, что штукатурка, наружная штукатурка дома, была сделана с применением двойной сетки рабицы. Угу. Дело в том, что к этим блокам, экологически проблемным, вот, которые были сделаны с компаундом, совершенно не лип никакой раствор. И, видимо, те, кто штукатурил дом, приняли решение набить сначала одну сетку, укрепив ее на гвоздях между блоков, а потом вторую сетку. И вот как раз с этой сеткой рабочие очень долго боролись. Ее пришлось резать болгаркой на куски. И практически стена дома целиком от верха до низа лежала уже на полу, и на полу с ней боролись. Все блоки были вывезены на свалку, а фундамент успешно был переделан. Что было сделано с фундаментом, который был, остался от старого дома? Часть фундамента, верхняя часть, была аккуратно разобрана. Часть блоков, которые там, он был сделан из фундаментных блоков, так называемых ФБС, демонтирована и вывезена. Вот. А оставшаяся часть, там у фундамента было некое подобие подвала, глубиной примерно 1,80 м, было использовано. Оно было перекрыто плитами перекрытий. Сейчас в существующем доме эта часть осталась, и, может быть, в ней будет что-то, может быть, она будет использована для каких-то хозяйственных нужд. А теперь давайте поговорим о новом фундаменте дома из клееного бруса. Фундамент этого дома из клееного бруса сделан по системе неглубокого заложения. По всему периметру проложены опалубочные траншеи, внутрь которых заливался песчано-цементный раствор, где помимо песка, воды и цемента использовался крупный гравий. Он придает прочность всей конструкции. Кроме того, рабочие следили за тем, чтобы уровни всех фундаментных стен были одинаковыми по всему периметру. От этого зависел и уровень стен дома. Этот тип фундамента не требует дорогостоящих опалубочных систем и вполне можно обойтись обычными досками. После того, как бетонные ленты были уже готовы, поверх положили слой кирпичей, а для предотвращения мостиков холода там же проложен пенополистирол. Вместе с Андреем Курышевым мы решили пройти непосредственно к фундаменту дома. И там я поинтересовался, почему было принято решение строить дом именно на этом типе фундамента. Ну, дело в том, что деревянный дом, он сам по себе легкий. Угу. И глубокий громоздкий фундамент под деревянный дом, в общем-то, не делают, и смысла в этом нет никакого. Но проблема такая, что здесь дом стоит близко, практически к Москва-реке, в низком месте. И здесь много воды. Здесь так называемые пучинистые грунты. И вот на пучинистых грунтах зимой может возникать морозное пучение. И вот раньше, в советское время, ну и сейчас многие делают глубокие фундаменты, забивают сваи, может быть, столбики ставят для того, чтобы добраться до так называемой незамерзающей земли, до теплого грунта. Но здесь было принято другое решение. Сейчас есть современные строительные материалы, утеплители. Угу. В данном случае был выбран экструзионный пенополистирол. Он легкий, очень теплый, не сгнивающий в земле материал. И был выбран тип фундамента, так называемый мелкозаглубленный утепленный фундамент. Вот, собственно, он перед нами и есть. Вот он, да? Вот, вот он, да. Вот это наружная часть, вот под стяжкой там заложен 5-сантиметровый экструзионный пенополистирол. Он же, вот зеленого цвета. Это пенополистирол, да? Да. Он у нас утепляет фундамент по вертикали. И вот та стяжка, на которой мы сейчас находимся, вот это на самом деле стяжка. Под ней тоже заложен 5-сантиметровый пенополистирол.
То есть утеплен не только фундамент, собственно, дома, угу. но и некий пояс вокруг дома для того, чтобы как можно меньше земля теряла тепла. И вот в данном случае это легко проверить. Давайте, каким образом? Даже, скажем так, промерить. Вот у меня есть приборчик, угу. который измеряет пирометр, измеряет нагрев предметов. Вот мы сейчас померяем температуру стяжки. Она должна быть холодной. Вот в данном случае температура ее минус 8 градусов. И вот здесь рядом я сначала, предварительно несколько минут назад, ногой, как конь, расковырял кусок земли. Вот сейчас мы померяем этот кусок земли. Температура его минус 3 градуса. Угу. То есть таким образом земля теплая. И замерз только верхний слой земли пока что. Но если морозы будут продолжаться, а морозы сейчас порядка минус 10-12 градусов, вот, а ночами и больше, то здесь земля будет промерзать все глубже и глубже. А земля уже под нами, да. и вот под этой частью дома, будет оставаться теплой. Вот таким образом. Вот это, в этом и есть достоинство мелко заглубленных фундаментов. Это экономит огромное количество стройматериалов. Бетона, который сейчас стал дорогим. Хотя пенополистирол тоже не дешевый. Сколько стоит? Он стоит сейчас порядка 8,5 тысяч рублей за кубический метр материала. А теперь же, чтобы вы, дорогие телезрители, воочию убедились в эффективности использования экструдированного пенополистирола при утеплении фундамента и грунта, мы прошли внутрь дома, где я увидел большое количество блоков пенополистирола, разбросанных по полу. Здесь я вижу очень много лежат такими штабелями, я так понимаю, это экструдированный пенополистирол, да? Совершенно правильно, это утеплитель. Утеплитель. Зачем он здесь лежит? Ну, многие думают, что он просто раскидан по бесхозяйственности. Ни в коем образом. Дело в том, что вот я сейчас стою на льду, угу. у нас же утепленный фундамент, и вот здесь у нас будет летом сделан, ну не летом, в теплое время, деревянный пол, угу. он не будет утеплен пенополистиролом, а другим материалом. Вот. А для того, чтобы он сейчас не замерз у нас и фундамент не начал трещать от мороза, вот эти плиты разложены. И вот если посмотреть, сейчас я стою на льду. Давайте посмотрим, что там. А здесь у нас вода. Ого, то есть там гораздо теплее. То есть там значительно теплее. Если здесь температура где-то порядка минус 8 градусов, то там плюс... Один, может, даже. Плюс один, плюс два градуса есть. Вот это яркий пример того, как действуют утеплители и как тепла земля. Угу. То есть таким образом... Тут же вокруг тоже утеплен грунт, да? Да. Таким образом, этот фундамент не промерзает, несмотря на то, что здесь пучинистые грунты, низкий берег, недалеко Москва-река. Вот на данном примере мы можем вполне доказать нашему прорабу, помните, в одной из передач Сергею Петровичу, мне хочется вспомнить очень, который утверждал, что утеплять грунт невозможно никак. Абсолютно никак невозможно утеплять грунт. Вот, Сергей Петрович, можете посмотреть, как это сделано, что мы видим, что здесь лед. А здесь у нас лежит утеплитель, и, в принципе, также утеплен грунт вокруг, значит, это возможно все-таки. Так что, друзья мои, вполне можно этим заниматься, да, Андрей? Да. И нужно даже. И нужно даже. Ну что ж, теперь самое время поговорить непосредственно о доме, который уже практически построен. Как вы уже поняли, он сделан из клееного бруса. В России этот материал довольно известный, хотя пока еще не такой распространенный. Технология производства бруса финская. Она заключается в том, что ствол дерева распиливается на доски, которые тщательно сушатся. Материал проверяют на наличие видимых дефектов. Поврежденные участки удаляются, а оставшиеся сращиваются с помощью мини-шипов. Доски высушиваются, обрабатываются огнезащитными веществами и антисептиками. Из этих тщательно высушенных, отстроганных, отсортированных и собранных по кусочкам досок, которые называются ламелями, на специальных прессах склеивается брус. Благодаря тому, что это не цельные куски дерева, они не нуждаются в дополнительной обработке. Клееный брус легко сушится и не трещит. На данном объекте используется стандартный брус толщиной 120 мм. А для сборки этого дома помощи специалистов не понадобилось. С работой легко справилась бригада обычных строителей. Итак, Андрей, мы видели сначала, как сносили дом, который здесь стоял, потом делали фундамент, ну и, наконец, здесь
практически, мы видим, что уже практически закончили строительство этого дома из клееного бруса, да? Ну, почему выбрали именно этот материал? Ну, дело в том, что строительство пока еще не закончили практически, собрана только коробка. Угу. Материал клееный брус, прежде всего, это дерево. Хозяин участка хотел иметь и жить за городом не в каменном и не в бетонном ни в коем случае, и даже не в пенопластовом, а в самом лучшем с экологической точки зрения доме. Самый лучший с экологической точки зрения дом – это дом деревянный. Да, конечно. Вот, лучшего материала пока в природе не существует для жилья людей. Но так как деревянный дом в его классическом понимании из больших бревен должен быть долгое время должен выдерживаться, не менее года, высыхать, потом он перевозится, собирается, потом он должен еще подвергаться внутренней отделке. Это все время. У человека нет времени ждать, он живет сейчас, у него есть дети, и детям сейчас нужен свежий воздух, в Москве жить совершенно невозможно. И поэтому было принято решение построить дом из клееного бруса, как наиболее быстрый, наиболее не требующий отделки последующей технологии. Угу. Ну, то есть он будет просто с той стороны покрыт лаком, да? Да, понимаю, а снаружи покрашен. А снаружи покрашен, да. Вот, и этот дом достаточно быстро собрали, на его сборку понадобилось 2 недели, 8 человек, вот. Ну, а сколько длилось само строительство? То есть, с учетом того, что сносили предыдущий дом, вот это все? Ну, это длилось порядка 4 месяцев. 4 месяца, да? И сколько вот еще нужно времени, чтобы закончить этот дом? Еще пару месяцев. Ну, Андрей, сейчас зима, да, и, в принципе, к лету люди уже, наверное, смогут въехать, да, в этот дом? Ну, да. Хотя бы к середине лета уж точно. Нет, собираемся в июне месяце. В июне месяце, да, уже? Да. До мая собираемся закончить все работы. И несмотря на то, что этот дом еще не достроен, я надеюсь, жить в нем будет по-настоящему уютно, как и в любом деревянном доме. Конечно, разговор о таком материале, как клееный брус, еще не закончен. В нашей следующей программе мы расскажем вам, как правильно выбрать дерево-материал, как собирать дома из клееного бруса, какие особенности возведения необходимо учитывать. Постоянный эксперт программы Андрей Курашев не устает раскрывать самые интересные тайны строительства. И вот таким образом, если здесь окажется какой-то материал прослоечный, то весь этот дом начнет усаживаться и будет неравномерно сидеть. Он может как-то вот перекособочиваться, грубо говоря. И вся ценность именно этой технологии в том, что бревна садятся друг на друга жестко, без какой-либо уплотняющейся прослойки. А для того, чтобы они, вот этот стык, не продувался, ну, впрочем, он и так не продувается, потому что все сделано на заграничном оборудовании с высокими точностями раскроя. Рабочие проклеивают 2 вот этих вот крайних паза, проклеивают силиконовым герметиком.